Привет, привет. Забрал вот очередную посылку. Вот такая вот она, маленькая. На почте пришлось ее вскрыть. Так, тут у нас игрушки, опять игрушки. Вот, смотрите, два единорога. Такие у нас, мне сказали, в магазине стоят 500 рублей. На Алиэкспресс что-то 200-250 получилось. Я, конечно, в этом не разбираюсь, в игрушках. Смотрите, мягкий. Так себе. Размер ее сейчас покажу. Так, вместе с рогом 21 сантиметр. Такая не маленькая. И такая же белая. Ну, белые волосы чуть растрепанные. Ну, я думаю, это не важно будет ребенку. Вот такие игрушечки. Небольшой такой обзор. Может, кому-то интересно будет своим девочкам заказать. Ссылку на товар оставлю в описании. Заказывайте, переходите, смотрите. Может, найдете дешевле. Я нашел вроде как самую дешевую. Все облазил, попросили заказать. Ну все, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Канал у меня новый. Поддержите меня. Большое спасибо всем. Пока.